Как пелась знаменитой песни «Главнее всего погода в доме». Эти слова регулярно подтверждает группа компаний по продаже газового оборудования и бытовой техники «Погода в доме». Ассортимент в магазинах огромный, качество товаров на высшем уровне, а конкуренты не страшны. Но начиналось все с малого. Начинали с маленького бутика на Марата 8 на Строительном рынке, который был очень маленький. Я там работала продавцом. Да? Вот. Потом еще бутик. Ну, а потом так постепенно, как снежный ком. У нас магазины не только в Ульяновске, но и в Поволжье. Сейчас осваиваем Краснодарский край. В Барнауле. Это вот это самые дальние магазины. А так вообще у нас порядка 15-16 магазинов. Основные отличия от конкурентов, по мнению руководства, это большой ассортимент газового оборудования, дружная команда и непрерывный рост. А главное – бесконечное стремление совершенствоваться. «Погода в доме» давно вышла за пределы региона. Сегодня это одна из крупнейших компаний в России. Преимущество – у нас молодая амбициозная команда, большая. Вот, мы любим очень спорт, семейные ценности. Вот в этом залог успеха. Любовь к спорту в компании началась с любительского уровня. Для сплочения создали взрослую команду по мини-футболу. Годы шли, поражения сменялись победами, а любители стали настоящими профессионалами. Так в этом году футбольная команда «Погода в доме» стала победителем чемпионата мира по футболу любительской лиги АФЛ в формате 8-8. В этом же году появилась детская бесплатная школа по популярной игре с мячом. Также компания финансирует фигурное катание и сумо. Благодаря нашему руководству, которое помогает своим сотрудникам, всегда заботится о них, которое постоянно проводит тренинги, обучает, поддерживает. Стоим не на месте, постоянно только вверх-вверх. Мы все целеустремленные, нацелены на результат и только на победу. В компании работает более 400 сотрудников. За профессионализм, достигнутые трудовые успехи, за вклад в развитие экономики Ульяновской области на дне рождения лучшим кадрам вручили благодарственные письма от губернатора и министерств области. За почти 20-летний рубеж достигнуты огромные результаты. Выстроена большая розничная сеть. Вы стали одним из лидеров действительно в продаже газового оборудования, бытовой техники. Обслуживается огромное количество ваших покупателей. Соответственно, растет и развивается ваша производственная база. Получается, поступают постоянные положительные, насколько мы знаем, отзывы. Компания имеет и собственное производство. Газовые котлы «Данка», дымоходы, теплицы, бани-бочки, гофротрубы – все это выходит из-под станка «Погоды в доме». Последние 4 года мы, наверное, увеличили продажи в 3 раза. То есть конкуренты у нас, конечно же, есть, без этого никуда, но благодаря сплоченности нашей команды, благодаря постоянному развитию, то есть мы учимся, развиваемся, нам все нипочем. Мы можем быстро приспособиться к ситуации на рынке, что нам дала вот СВО, что там был ковид и так далее. Мы не останавливались, мы все равно работали. На праздновании дня рождения рассказали о планах развития компании до 2028 года. За 5 лет руководство «Погоды в доме» хочет увеличить автопарк, склад, покупателей по всей России, создать свой IT-центр, открыть благотворительный фонд и помогать развивать перспективные бизнес-стартапы. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.